Я могу в своем примере сказать эффективность работы Фидиаша, потому что с момента моего ареста до освобождения 2 года 8 месяцев Фидиаш, как другие международные организации, боролись с моим освобождением. Сейчас я жива, рядом правозащитниками по всему миру, участвую в Конгрессе. Это доказательство эффективности Фидиаша. Я могу сказать, вот Фидиаш именно открывал веб-страницу по политзаключенных Узбекистана. Эта веб-страница доказывает, что в Узбекистане есть политзаключенные, продолжается борьба за их освобождение. Мы добиваемся освобождения других политзаключенных тоже. Я думаю, это именно роль Фидиаша тоже. Наша организация Узбекистана по приговору была запрещенная организация. Именно по предложению Фидиаша наша организация стала лауреатом «Свобода, равенство, братство». И сейчас наша организация работает во Франции. И именно какие мы успехи добиваемся, это все по поддержку Фидиаша.